Всем привет, ребята, с вами Некрос, и мы продолжаем играть в Paint the Town Red. И сегодня второй уровень, драка в клубе, в таком, в ночном клубе. Здесь у нас ребята танцуют, веселятся. Сисуриту стоит. Бармен. Чуваки всякие, которые отдыхают, сидят. Естественно, туалет, все тут, как в любом клубе, как я понял. А наверху сидят какие-то вот главари, какие-то вот серьезные люди, боссы. Самый главный вон по центру, да, и меч у него над ним к стенке прикреплен. Это очень клевый чувак, крутой, да, и, соответственно, оружие у него тоже жесткое. Здесь у нас подсобочка такая, вон деньжата даже есть. И, ребят, теперь все будет гораздо проще, потому что я вчера поднатаскался в этой игрушке и понял, как ее легче проходить. Я вот, например, бар прошел за 6 минут 53 секунды, по-моему. Поэтому я понял, что смайт и шоквейв не нужен. А берсерк — это классная тема. С помощью берсерка мы как раз жесткого вот этого босса наверху и замесим. И возьмем его меч. А для начала мы возьмем ножичек у бармена. Об этом нужно знать заранее. И поехали. Продолговатыми предметами, оказывается, стоит тычковать в слабом режиме. Вот так. То есть не обязательно прям. И будут этими стульями и предметами кидаться, оказывается, очень даже выгодно. Причем делать это можно, видите, в обычном режиме. То есть, опять же, не сильно. Вот, видите. То есть не обязательно... Не обязательно силы это делать. А, естественно, у нас здесь места-то меньше, чем на том уровне, поэтому и игра чуть посложнее. Потому что к бару-то я привык, в баре очень много стульев. Именно за счет стульев и очень просто проходить это дело. А раз стульев мало, то, соответственно, и... Оружия не так много. Вот опять стул. Так, что бы нам еще взять? Ну, бокальчик. Бокальчики. Стулья. Все нужно израсходовать. Пам. Так. Ой, промазал. Бывает. Сейчас бутылками будем кидаться. Пыщ. Били. Так, что-то я бутылку взять не могу. Игрушка, кстати, маленько просаживается. И это как бы, ну, нормально. Кружечка, опа. Пау. Так, где там еще у нас? Пау. Пау. Ты ж... Да тут... Тыщ. В глаз. Пум. Все, да? Так, теперь дальше поехали. Вот парень. Я понял. Его очень долго убивать, походу. Пым. А, это этот чувак крутой с тростью. Ты знаете таких, да? В таких модных пальтишках. Сиреневых. Оу, оу, йоу, йоу. Смотрите, как клево. Трость-то жесткая. Поэтому и парень жесткий. Пиу. О, живой, смотрите-ка. Так, стулья кончились, все? Стулья кончились. Значит, нам остается бутылочки. Бутылочки есть? О, есть бутылочка, смотрите-ка. Пау! Бутылкой по голове. Оп! Оп! Так, что у нас еще тут есть? Подсобочки же есть? Что-нибудь? Подносики.
Опа. Опа. Мясо. Так, теперь давайте тесачок. Ну вот тесачком, по-моему, лучше бить усиленно. Так. Так. Да, тесачок, тесачок. Хороший. И все, и берс. Поехали, берс. Юзаем. Смотрите. С трех он, по-моему, или с четырех берсов слетает. Вот, все, слетел. А так-то этого босса, знаете, как долго? Ой-ой-ой, а эти чуваки тоже мощные, смотрите, ни с одного удара даже. Даже с третьего, нифига. И меч. Поехали, меч. Меч, 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 меч. Сейчас меч закончится. Нифига. Вот это меч, да, вот это мощная вещь. Нунчака. Ну-ка дай нунчака мне. Брюс Ли. Что-то он как-то это... не отрубается. И берсерк остался. У меня, оказывается, ВК не, вы... не ВК не выключен. Ребята, берс, поехали. Где еще пацан остался? Последний. Вон последний, я его сейчас... Все, и мы уровень прошли, то есть можно спокойно уходить. 5 минут... 4 секунды. Это очень даже неплохой результат. Можно даже быстрее. Поэтому, ребята, вот такая вот тактика. Тактика такая хитрая. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Всем пока.